Всем привет, это гороскоп, и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Разрешение каких-то проблем давно возникало. Самый подходящий день для того, чтобы их решить. Телец. Вам не стоит забывать о своих принципах и шкале собственных ценностей. Близнецы. Возможно, что во второй половине этого дня вам удастся избежать вмешательства в свой собственный внутренний мир. Рак. В случае правильного направления в новом сотрудничестве ваши мечты обретут реальные очертания. Лев. Организуйте что-то интересное для всех членов семьи, им понравится. Дева. Может состояться приятная встреча с человеком, который долго был в отъезде. Весы. В этот день может произойти все, что угодно. Он будет один из самых непредсказуемых на неделе. Скорпион. В этот день на вас накатит буквально волна восхищения со стороны окружающих. Стрелец. Вы будете утомлены от приятных мелочей. Да, их тоже бывает много. Козерог. Ваш дерзкий вызов, как ни странно, в этот день увенчается успехом. Водолей. Познание себя и поиск душевного равновесия – лучшее времяпрепровождение для этого дня. Рыбы. День дарует вам отличное настроение и креативные идеи. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!